И снова мы на канале Булаточка Marketplace. Мы в нашем недавнешнем видео мы показывали, что такое ротоватор под 32 шестигранник. Вот он так выглядит, с такими ножами. То есть очень многие клиенты довольны данным изделием. Но мы хотим еще ознакомить потенциальных покупателей с тем, как можно использовать ротоватор. Вот мы собрали на базе ротоватора фрезу, на которую устанавливаются ножи вот такого плана. Эти ножи идут на активных фрезах с водяным охлаждением. То есть оно все стандартизировано, вставляется. Закрепил болтом вот такой нож. Они есть у нас в продаже. Я думаю, они есть в продаже и в других компаниях. И купив такой ротоватор под 32 шестигранник, вы имеете возможность его использовать и с такими зубьями, и для более тщательного мелкого измельчения земли вот такую конструкцию. Смотрите за нашими новинками, нашими разработками. Мы будем вам советовать, вы советуйте нам и подписывайтесь на наш канал. Спасибо за внимание.